Испытания новейшего российского танка «Армата» идут по плану. Уже к осени главе государства доложат о планах по принятию новейшей техники на вооружение. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Отрабатываются самые разные технологии, рассматривается вопрос автоматизации всех систем на этом танке Т-14. Параметры заказа будут оформлены в рамках новой программы вооружения. Мы планируем, что в начале мая ее проект будет внесен в Министерство обороны в коллегии военно-промышленной комиссии. В сентябре она будет доложена уже в довольно-таки уже собранном варианте президента России. Дмитрий Рогозин также подтвердил, что в России ведутся работы по созданию гиперзвуковых крылатых ракет. Мы работаем наравне с Соединенными Штатами Америки, развивая свои системы. Но я не хочу комментировать все утечки, которые связаны с некими источниками в оборонно-промышленном комплексе или Министерстве обороны. Эти работы действительно ведутся, считаются приоритетными, поскольку гиперзвуковое оружие – это, по сути дела, совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны.